Так, всем привет. Вот, начали стягать кожзам. Занялись стежкой кожзама. Как раз хочу показать. На днях стягали пробный образец кожзамы. Видно, что это кожа. Я как максимально увеличу. Приближу. Вот. Размер идеальный для диванов. Вот я как раз закинул на свой диван. Видно, что рулонная стежка, стягаем рулонами. Размер 5 на 5. Постараюсь потихонечку поближе подвести. Это на изломе. Видно. Поролон внутри идет десятка 10 миллиметров и спанбон сотка сотой плотности. Вот он очень плотный. Вот, скорее всего, за счет того, что плотность очень хорошая, толстый спанбон, он позволяет сделать четкую геометрию рисунка. В принципе, вот. Видно, что уголки 99% они сходятся. Вот. Уголки не сказать, что прям идеально. В принципе, для такой для такого толстого бутерброда. Вот, поролон десятка. Спанбонд сотка плотности. Кожзам он сам такой дубовый, можно сказать. Плотный. Если ткань будет помягче, он будет легче стягаться. Это тяжелая стежка. Для станка это износ идет, я не знаю, он 1 к 10 считается, потому что нагрузка на продвижение идет. Иглы, во-первых, уже 120 ставим. Толще нельзя поставить, потому что могут быть большие вот тут вот отверстия, проколы. И уже толстая нить, она в челнок может, толстая игла там будет врезаться, задевать челнок. То есть вот 120 иголка. Станок, да, станок на износ работает, но оно того стоит. Качество. Я доволен остался качеством. Сейчас попробую на свет еще сделать. Сфокусировать. Видно. Вот такие, как бы сказать, новые успехи. Решили переходить со стежки на одежду. Мы, в принципе, скомбинировать. Мы стягаем и одежду для курток, для пальто. Сейчас начали стягать для мебельных фабрик. Кому надо, пишите комментарии, заказы. Вот этот станок стоит в Пензе. То есть в Пензе любая мебельная компания, которая хочет, чтобы у них диваны или чехлы на автомобиле были вот такого типа стеганые, обращайтесь. Я напишу под описанием, в описании напишу под названием ролика, напишу свои контакты, можете обращаться. Так, хочу сказать, что рисунки это не ограниченный, рисунков много. По запросу я рисунки разные скину. Можно крупнее, можно мельче, но мельче для мебели не пойдет. Мы уже пробовали. Это 5 на 5, можно крупнее, 10 на 10, можно ромб вытянутый, можно прямыми линиями, можно печеньками делать такими, как кирпичики получится, кирпичная кладка. Варианты разные. Так, всем пока. Подписывайтесь на канал, все, что касается
стежке я буду тоже на канал выкидывать. Какие новые варианты будут стежки, то буду выкидывать. Всем пока.